Чемпионат Смоленской области по футболу продолжается. В 9-м туре соревнования на стадионе «Атомтранс» сошлись команды из Десногорска и Сафоново. 17 июля жара на поле полностью соответствовала температуре воздуха. Динамику игре задали с первых минут матча. Мяч оказался в воротах сафоновцев уже на 3-й минуте. У соперников попытки ответить на быстрый гол автомобилиста было несколько удачных атак, и одна из них все-таки закончилась взятием ворот. После забитого мяча сафоновские футболисты воодушевились и создали еще несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли. Равный счет все же продержался недолго, плюс еще два гола в первом тайме и существенный перевес в пользу автомобилиста. После перерыва с помощью точных и лаконичных атак десногорской команде удалось отправить в сетку ворот оппонентов еще 4 мяча. Итоговый счет 7-1. В плане судейства все хорошо, адекватно, вы видите, никаких эксцессов, все вышли, по-моему, с позитивными эмоциями, я видел, как все друг друга поздравляли, обнимались, поэтому для этого, наверное, футбол нужен, это вот некое такое социальное явление, оно и должно нас радовать. По итогам матча автомобилист поднялся на 3-е место турнирной таблицы. В следующем туре десногорцы встретятся с командой КМСК из Смоленска. Матч пройдет уже в эту субботу, 24 июля. Виталий Волков, Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.